Простой и быстрый десерт, готовить его можно из любого печенья. Я люблю добавлять крикотти мед, они отлично сочетаются, но для сладости можно добавить и сахарную пудру. Десерт отдаленно напоминает чизкейк без выпечки, можно брать любое печенье. Овсяное, песочное или ореховое. Также можно взять другой сливочный или творожный сыр, в любом случае, получается быстро и очень вкусно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Печенье измельчите в крошку с помощью кухонного комбайна или блендера. Рикотту смешайте с медом. С помощью ложки для мороженого из дыни вырежьте шарики, собирайте десерт в стаканах или вазочках слоями, первый слой – половина печенья. Выложите всю рикотту, всю дыню, оставшееся печенье, миндальные лепестки. Ставим лайк и подписываемся. Можно охладить или сразу есть, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество, далее. Дыня, 400 грамм. Рикотта, 250 грамм. Мед, 1 столовая ложка. Печенье, 250 грамм. Миндальные лепестки, 1 столовая ложка. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.